А малыши Жасминки, Сократ, Аляска и малыши Артемиды, у которых разница всего в 3 дня, теперь соединены. И мамочки будут их с ними жить вместе и кормить вместе. И скоро они в ясельки переедут, как только подрастут до положенного возраста. Вот так. Вот такие у нас новости. Вот такая у нас прелесть. Да, и папочка Мажорик пришел посмотреть, как дела тут у наших деток, у наших малышей.